Здравствуйте, друзья! С вами Серафим. И сегодня в рамках нашей рубрики «Вы должны это попробовать» я вам порекомендую «Займитесь борьбой». Любой борьбой, не буду говорить какой, что обязательно. Просто борьбой, как единоборством. Почему стоит этим заняться? Во-первых, вы станете красивше, станете крепче, сильнее, увереннее. То есть много-много плюсов, почему нужно заняться борьбой. И если вы думаете, что вот нет, я уже мне за 20, за 30, за 40, мне нельзя заниматься борьбой, ничего подобного. Даже в 60 лет можно заниматься борьбой, аккуратно, потихонечку. Дети с 3 лет тоже занимаются борьбой. Так что сами приходите заниматься борьбой, приводите своих детей маленьких. Станем все сильнее, красивше, здоровее. На этом у меня все. Занимайтесь борьбой. Ставьте лайки, кому понравилось, подписывайтесь на канал и до встречи в светлом будущем!